Зачем ты туда зашел? Беги! Оно заползает в комнату. Привет, меня зовут Пузи. Сегодня мы вместе с вами посмотрим страшные ролики из ТикТока. Попробуй не испугаться челлендж. У меня будет 5 жизней, и за каждый испуг я буду терять одну жизнь. Ну а сегодня мы будем с вами смотреть страшные ролики, где были запечатлены призраки. Так, чувак установил камеру для того, чтобы поймать то, что он увидел. Что же он увидел? Давайте-ка мы с вами посмотрим. Ого, сколько здесь комментов. Окей. Там что-то за дверью появляется. О май гад, что за жуть? Он закрыл дверь, открыл дверь, а там ничего. Как это работает? Блин, еще такая страшная музычка играет, ребята. У меня прям мурашки на самом деле по коже идут. И смотрите, опять что-то появляется за дверью. Ну, чувак, поздравляю тебя, ты мастер монтажа. Вероятнее всего, там просто за углом стоит какой-нибудь его друг, и когда он выключает свет, он подходит к стеклу. Оу, он протянул к нему руку. Резко открывает, и тут ничего нет, и смотрите, закрыл рукой камеру, скорее всего, в этот момент был переход, и вот он вышел в коридор, и смотрите, в коридоре ничего нет. Действительно, а шкафы и двери закрыты, почему ты их не проверил? Там, скорее всего, сидит твой друг Кевин. Воображаемый друг настоящий. Я уже видел это видео, оно по-прежнему такое же жуткое. Но я его уже не испугаюсь, но воображаемый друг. Он реален. Призраки, которые очень страшны. Ух ты, куда он побежал так быстро? Офигеть! Они еще по такую музыку бегают. Так, там вдалеке что-то. Ну вот в этом видео 100% будет сейчас какой-то скример. Я всегда чувствую скримеры. Сейчас кто-то на них побежит, да? Я прав? Или, может быть, кто-то сверху с потолка на них прыгнет. Их кореш! Опа. В чем прикол? Они просто бегали по заброшенному зданию. Оу! Там действительно кто-то пробежал. А я вначале этого не заметил, вы представляете? Там пробежал какой-то призрак. Чуваки, у меня нос сейчас немного заложен, и мне нужны ваши лайкосы, чтобы я быстрее выздоровел. Я прекрасно знаю, что лайки не особо помогают при простуде, но все же... Такая музычка играет. Оу-оу-оу, чувака стаскивают с кровати. Он залетает в потолок. Вот так доброй ночи, блин. Ну и крепота. Этот ролик я тоже, кстати, уже видел. Я хочу пролистать до роликов, которые мы еще с вами не находили. И это будет, мне кажется, очень крипово. День 4, пытаюсь поймать призрака. Когда шторки в ванной закрыты, мне тоже очень крипово, потому что мне кажется, что когда я ночью захожу в уборную, там кто-то стоит. Какой-нибудь грабитель, который беспалевно пробрался ночью в мою квартиру и спрятался там, потому что я проснулся. Плюс один ночной кошмар. Что это было? А! Что-то прилетело. Я думаю, что это не особо поможет в борьбе с призраками. Собачка очень странно себя ведет. Дай мне знать, если ты что-то увидел. Он что-то видит на кровати. Может быть, ему просто не нравится синий цвет. Фу, не буду спать на синей кровати. Что за крепота? Блин, песику очень страшно. Может, там просто сквозняк? Я отказываюсь верить в то, что этот песик видит призраков. Нет! Может быть, здесь есть действительно призрак? Что ему не нравится в комнате? Комната абсолютно пустая. Песик такой, зачем ты туда зашел? Беги! Блин, а если сейчас кто-то схватит собачку за задние ноги, я просто обсерюсь, честное слово. 7 миллионов просмотров собрал этот ролик. Что ж, я думаю, у всех этих 7 миллионов людей пронеслись мурашки по коже. Там кто-то прошел сзади. О май гад. Когда все думают, что это шутка, но на самом деле это не шутка, и в твоем доме действительно гуляет призрак. Ну, кстати говоря, я еще ни разу не испугался, и мне кажется, что вот этот ролик будет страшным. Реальный гост-футаж. Снимок, который был запечатлен с призраком.
Что ж, тут девушка фоткалась на кладбище. Чувак рассказывает какую-то интересную историю. О май гад, что это такое? Это как будто бы та самая девочка. О май гад. Ну вот на этой фотке вообще ничего не понятно, просто какие-то тени. Это на самом деле очень крипово. Представляете, вы просто ночью решили включить фотоаппарат, и внезапно сработала вспышка, и вы сделали какой-то рандомный снимок. Затем вы пересматриваете эту фотографию, и видите, что на этой фотографии чей-то силуэт. О май гад. Оу, на них что-то побежало, вы это видели? Смотрите. Но я на этом ролике не вижу ни одного призрака, ребята. Я вижу, что здесь два чувака, которые просто не боятся призраков. Оу. Она покрасила руки в золотой цвет. И она решила сделать какую-то эстетическую фотосессию. Короче, классная фотосессия. Мне очень нравится, но я не понимаю, при чем здесь призраки. Смогу ли я посмотреть страшное видео? В этом видео будут скримеры. О, мы сейчас будем вместе с ней делать коллаборацию. Класс! Что он делает? Я не совсем понимаю... Мне кажется, когда он наклонится, произойдет что-то страшное. Сейчас он еще раз будет кланяться, да? Второй раз. О май гад. Не смотрите, это после 2:22. Это какое-то проклятое число. Пока что я не понимаю, чего крипового происходит на этом ролике. Вроде как ничего страшного. Ух ты, божечки! Да теперь какой-то силуэт! О май гад! Сейчас что-то выпрыгнет. Ребята, готовьтесь! Закрывайте уши! Нет, ничего не произошло. Странно, я всегда предугадываю такие моменты. О, ребята, мне было очень страшно смотреть это видео. Я готов себе сразу же отнять одно сердечко, потому что я реально очень испугался. Я даже закрыл уши и закрыл глаза и... О май гад. Смотрите на отражение. Песик двигается там. Оу, я видел эту склейку. Я видел, как на секундочку кадр завис. Великий разоблачитель призраков. Пози. Это я. Песик бежит по воде. Как? Как песик бегает по воде? Это типа он так быстро разогнался? Возможно, этот песик слишком легкий. Или это может быть не глубоководное море? Или, может быть, этот песик и есть призрак? Интересная теория. Проверять я это, конечно же, не буду. Мне кажется, что мы с вами посмотрели абсолютно все страшные видео из ТикТока, и настало время шортсов с Ютуба. Реальный призрак, снятый на камеру в Индии. Так, ну что ж. А какой-то паренек гуляет с камерой, которая снимает очень плохо, по каким-то развалинам, по каким-то руинам. Он смотрит вниз. Прямо в пещеру. Сейчас что-то его схватит, да? Я прав? Я не вижу здесь настоящих призраков. Ты как-нибудь их красными кружочками обводи, что ли? Ой, кто это там? Там... Что за? Воу! Беги, мужик, беги! Вы видите это? Повтор. Это что-то поворачивается и бежит на него. Это очень не похоже на монтаж, ребята. А если это и монтаж, то это просто дело рук профессионала. Реальный призрак. 112 тысяч лайков. Я думал, что ролик вообще стоит на паузе. Но на самом деле там идет время. Но я не вижу призрака. А, вижу какую-то тень. Что-то бежит. Будто бы это какая-то собака или кошка. Это просто решила прогуляться.
Оно как будто бы превратилось в человека и ушло в дверь. Вот, смотрите внимательно. Оно заползает в комнату. О май гад. А потом становится большим, либо просто растворяется. Я бы сейчас даже чихнул бы от такого. Стоп! Я так и знал, что сейчас вылетит какая-то морда. Я просто специально уже заранее щурил глаза. Тумбочка. Тумбочка сама открывается. Ну что, что сейчас будет? Какие-то предметы падают с полок. Я не знаю, как бы я себя вел в подобной ситуации, когда я нахожусь в комнате, а вокруг меня все резко начинает падать. Я бы подумал, что, вероятнее всего, это какое-нибудь землетрясение. Серьезно, призрак будет раскидываться вилками. Зачем ему это? Оу, там кажется, не вилка вылетела, а ножик. Так, что будет происходить на улице? Вот машина. Как будто бы что-то идет к машине. Как будто бы что-то летит возле машины. Пролетело прямо над капотом. После подобных роликов единственное, что тебе остается, это просто собирать вещи, выкидывать эту машину на свалку и сваливать куда-нибудь в Австралию. Что здесь, блин, происходит? Оу, там как будто бы был какой-то человек. Мне кажется, что это все тени. Ребята, это все тени. 100%. Когда смотришь в темноту, тебе может привидеться и не такое. Ты можешь увидеть прям самые страшные силуэты в своей жизни. Все свои ночные кошмары. У меня однажды была такая ситуация, когда я ехал ночью, смотрел на деревья, и мне было так крипово, потому что мне там вечно мерещились какие-то глаза, которые наблюдают за мной. А вдруг это просто лесные жители? Оу, какой-то маленький человечек, который очень быстро шагает, как-то вообще непропорционально. Что? Нифига себе, у него ноги огромные. И испарился. Исчез. Как будто бы его и не было. Вероятнее всего, у вас просто камера барахлит, почините свою камеру. Что ж, я такое вижу впервые. Я даже не могу разобраться, это монтаж или не монтаж, ребята. Напишите свои версии в комменты. Просто монтаж или не монтаж? На этом видео вообще ничего не произошло. Ничего, просто диван и плохая камера наблюдения. Вообще абсолютно ничего не произошло. Это какие-то пранки надо мной. Так, опять идет человек, который исчезает. Да, это 100% барахлит камера. О, охотники за призраками. О, идут с дробовиками, класс. Опа. Дверь сама открывается и закрывается. И тут даже нет никаких веревочек. Капец. Как будто бы призраку не нравится, что кто-то вторгся в его дом. Оу, ребята, кто из вас испугался? Поставьте лайкосик. Это цветок. Вы видели? Там за дверью стоял цветок. Цветку просто не понравилось, что кто-то зашел в этот заброшенный дом. Топ-5 самых мистических картинок в мире. Кто это? Это какая-то статуя, мне кажется. Вторая картинка. Мне кажется, или это тот же самый лес? Ну, это я чисто утром, когда просыпаюсь зимой. Человека-козел! Неужели непонятно, что это человека-козел? Это... кота-макака. Кота-макака. И... страшный пацан под кроватью. Блин, да тут нет никаких призраков. Реальные призраки, снятые на камеру наружного наблюдения. Это же просто какая-то девчонка, которая решила шатать деревья. Оу, там два призрака. Ясно, понятно. Реальная призрачная атака, заснятая на камеру. Человек спит на матрасе, никого не трогает. Как будто бы кто-то пытается проникнуть через шторы. Может быть, он специально там повесил ту занавеску, чтобы его призрак не доставал. Он знает о его существовании. Кстати, это запись от 2018 года. Ух ты! У него ж тут прилетело. Кто-то с него снял одеяло. Беги, мужик. Просыпайся. Wake up! Блин, если бы на меня что-то упало, то я бы уже 100% проснулся. Я не понимаю, как можно спать так крепко. Меня очень легко разбудить, ребята. Прям на все 100%. Капец! Оно открыло штору. Мужику вообще пофиг.
Ему вообще пофиг. А зачем у него в комнате камера? Камера наблюдения. Оу, там кто-то есть. Какой-то пакет. Что это? Что это такое? Оу. Как будто бы это чье-то лицо. Только без лица. А, нет. Я вижу глаза. Йоу. Оно сейчас будет, видимо, медленно... открывать окно. Мужик, проснись! Мужик, проснись! Пожалуйста, проснись! У тебя там за окном страшная какая-то штуковина, которая смотрит в камеру. Кстати, зачем... этим вообще занимаются призраки. Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Вот вы призрак, неужели вы будете делать вот так? И перестанете обычно разговаривать? Ну, чисто в теории. Почему призраки себя так странно ведут? Почему они пытаются пугать других людей? Зачем вообще? Мужик проснулся. Он включил свет. И сделал потягушки. Мне кажется, что это просто гениальное постановочное видео, ребята. Прям на все 100%. Реальный призрак, снятый на камеру. Еще одна часть. Опа, кто-то взял баллончик. И сейчас забрызгает того пацана, который спит. Почему всегда это происходит, когда они спят? Это какие-то, видимо, домовые, которые любят пранковать обычных людей. Это летающий баллончик. Класс. Оно вселилось в нее. Она решила прогуляться. Ёлки-палки. Еще и ударилась головой об камеру. Охранник спит. И там просто прошла женщина в белом платье. Окей, я ничего не увидел страшного в этом ролике. Ребята, большое вам спасибо, что вы досмотрели этот видос до конца. Напишите в комментах тайм-код, где было самое страшное видео. Поставьте лайкос, посмотрите два предыдущих видоса и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Увидимся с вами в следующих видосах. Адьос.